чувствуете ли вы себя счастливой или нет? Чувствую. Тогда поделитесь секретом счастья. Ну, наверное, помогать родным, ближним, когда удается, я, наверное, тогда становлюсь наиболее счастливой. Любить окружающих и чтобы вас любили. Ну, относительно. А что нужно человеку для счастья и вам в частности? Мне собственное жилье, а то я снимаю. В чем секрет счастья? В правде, наверное. Человек, который знает правду, он не может быть несчастным. То есть вы знаете правду? Да. И мало, и много. Семья, дети, ну, какой-то достаток, чтобы на все хватало. Денег, здоровья, безусловно. Чувствуете ли вы себя счастливыми? Да. Только что поплакала. Да. Нет. Почему? Дело в финансах, как бы. А что нужно для счастья? 100 миллионов долларов. А на что потратишь? На себя. Любовь. Много любви. А что вот нужно сделать, чтобы быть счастливым? Трудиться. Нужно трудиться. Счастье – это труд, причем очень тяжелый. Чтобы ты людям был нужен, они были нужны тебе. Ну, конечно, мир во всем мире.